Здравствуйте, кунусики. Давай, Гата. Всем привет. Даник, что ты сегодня будешь показывать ребятам? Вот эти машинки. Я вижу, здесь есть такая старая полицейская машина. Новая полицейская машина, гоночная Ламборджини. И еще какая-то тоже спортивная машина. Да, она в нашей истории будет нашим нарушителем. Нарушителем? Да. Вот эта машина? Да. То есть сегодня мы с тобой расскажем ребятам историю про эти машинки, да? Да. Расскажем и покажем. Ну что же, не будем медлить, приступим. Даник, с чего же начнется наша автомобильная история? Сейчас расскажу. Как-то раз папа со своими детками решил перейти дорогу. На светофоре? Да. Понятно. И когда загорелся зеленый свет, он спокойно переходил на пешеходном переходе, да? Да. Вот этот папа с детками. Ехала гоночная машина Мустанг. Форд Мустанг подъезжал к этому светофору. Но для него в этот момент горел красный свет, правда? Да. Вот, на светофоре. Но он все равно проехал на красный свет. Тем самым испугал дядю с детками, да? Да. Эй, куда ты едешь? Ты что не видишь? Для тебя был красный свет. Папа, а почему он чуть нас не сбил? Сынок, потому что этот водитель нарушил правила и проехал на красный свет. Да. О, папа, у меня хорошая новость. Что, сынок, что там? Я вижу полицию. Сейчас она его догонит и покажет ему, как ездить на красный свет. А вот и едет шериф на полицейской машине. Что случилось? Вон тот водитель на Форде Мустанге чуть нас не сбил. Проехал на красный свет. Сделайте что-нибудь, да, мистер шериф. Я не слишком быстро, я его не догоню. Машина у шерифа не очень новая, да, Даня? Да. Старовато, ведь это Бьюик. Это старенькая машина, но он все равно попробует. Старая колымага, неужели ты думаешь действительно меня догнать? Пока! Счастливо оставаться! Я уже слишком стар для таких гонок, но все равно мой долг догнать этого наглеца. Да, правду говорят, старость не радость. Что ты за мной вязалась, ржавая консервная банка? Что тебе надо? Ты чуть не сбил людей и поехал на красный свет. Подъезжай сюда и давай свои водительские права. Каких людей? Я их не видел. Да ладно, что я тут перед тобой оправдываюсь? Адиос, амиго. У шерифа заглох двигатель. Не волнуйся, шериф, у меня как раз есть новая полицейская машина. Да, шериф, скоро тебе помогут. У тебя новый член в команде. Сержант, подойди сюда. Сержант, можете помочь этой полицейской машине? Конечно, я этого преступника в два счета остановлю. Вот что значит молодая кровь, да, Даник? Да. Вперед, в погоню!
включая проблесковые маячки и сирену, догоняя этого Форда Мустанга. Стоять! О, это еще кто такой? Это помощник. Стоять! Знак! Проезд запрещен! Но что делать? Назад дороги нет! Вперед! Эй, куда ты поехал? Остановись! Там строительство! Туда нельзя! Полицейский продолжает преследование. Да. Стоять! Шериф? Так, шериф ему преградил путь. Вот что значит опыт. А Ламборджини зажала его сзади. Все, нарушитель пойман. Да. Давай сюда права, выходи из машины. После таких нарушений правил дорожного движения ты уже долго не сможешь ездить. Правда, Даник? Да. Это уж точно. Новичок, отличная работа. Да, отличная работа, новичок. Хорошо потрудился. Помог шерифу. Ребята, вот такая вот у нас сегодня с Даником была гоночно-полицейско-преследовательская история. Да, Данюша? Да. Тебе понравилось играть? Конечно же. Ребята, будьте внимательны на дороге, когда ее переходите даже в положенном месте и на зеленый свет. Да. Потому что разные водители бывают. Ну что же, Даник, будем прощаться с ребятами? Да. Пока-пока, ребята! Всем до новых встреч! Увидимся! Носите, куносите!